Всем привет, с вами Сусанин. И с нами снова на обзоре Opel Zafira B. Сегодня я вам покажу, этой ночью я вам покажу, как светят фары на машине Opel Zafira. Вот заяц. Opel Zafira B. Так сказать, чтобы их мало, то не сказать. Но и много их, ну не сильно их много. Вот дальние включу для сравнения. Видно, гораздо лучше становится. Да, оно не передает, конечно, но я вам скажу, что с дальним ехать гораздо легче. Оно усиливается. И за дорогой следить надо, и за видео. Вот ближний, вот дальний. Не видно, короче говоря. Ну, деревья подсвечиваются слева и справа. Так что, ну а вам судить самим по своей машине. Сколько она у вас отходила, вы не знаете. Поэтому желательно, если покупаете БУ машину, покупайте хорошие сразу лампочки, какие-то Philips Blue Vision или Osram. Вот, что-то там плюс сколько-то, 125-150. Ставьте, пробуйте, катайтесь, если мало, ставьте LED. Ой, опять заяц. Если мало, ставьте LED. Если мало, ставьте линзу. Линза — это наше все. Линза с LED-ом — самые последние технологии, которые могут быть на текущий момент. Все, всем удачи на дорогах. Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих видео или что я сделал неправильно в этом видео. Все, пока-пока. Сейчас опять зайцем.